представители говорят, что вредных воздействий не будет. Они нам демонстрируют свою гибкую политику, что они могут исправить. Мало того, они говорили, что если, ребята, мы там вам лес сажаем, если надо будет, мы между дорогой и этим предприятием посадим опять вам лес. Пожалуйста, они на все идут. То есть, единственное, что я хочу обратить, коллеги, я просто, может быть, это показывается кому-то таким вот словом, я хочу просто обратить ваше внимание на геополитику. Вот просто я вам хочу сказать, вот стране вот нужна прибыль, потому что у нас постоянное учение. Вы видите, какие военные базы вокруг города, как НАТО движется на восток.